Ну вот мы прибыли в Псков. Наша скромная процессия. И пойдем сейчас в Псковский Кремль. Сейчас даже не минус 30, как обычно, когда мы сюда приезжаем. Можно погулять. ГСЖ. Управляющих компаний. Автоматизируйте рабочие места в расчетных отделах с помощью нашего программного комплекса ЖКХ. Все виды ваших расчетов и взаимодействия с ГИС ЖКХ. Вот там этот меч здоровый висит. Классика жанра. Вот еще дом Мотор-город. Река Великая. Река Великая? Река Пскова, гребля. Так вот это вообще выглядит. А он, оказывается, развивается на ветру. Какая красота. Да, слушай, знали толк в архитектуре древней Изощи, да? По-любому. Представляешь, когда была брусчатка мостовой, да, такая была красивая там. Ага. Особенно атмосфера. Чем-то даже на выпуск похоже, между прочим. Красота. Лепота. Еще 100 лет. Назад здесь был город. 1115, судя по дате. Так что вот так. Нас, по крайней мере, не наводил. Угу. А тут тоже кукол маленький. Ну, это логично. Ну да, несколько. Символично. Собора. Посмотрим, что тут за видок. Ух ты, какой видок. Дубок или что это? Да, ну, в общем,
Такой вот он. Псковский Кремль. Это мы там левали, кстати. Это для посещения. Вдруг ты нас видел? Как волнуется речка. Чатка. Наверху вот этой башенки. А, это из мутного окошечка там что-то можно. Да, да, вот из того мутного окошечка ты можешь что-то увидеть. Все верно. За 300 рублей? Ну да, как-то так. Начинается здесь. Ох уж эти нервные псковские фонари. Как они трясутся. Псковская цикада. Да, нервный трясущийся псковский фонарь. Вот, грачи прилетели. Не прилетели. Здесь проход вниз. Куда-то же он ведет. Башня, проход вниз. Туда. Уже будет тупичок. А, вот это обратно идет. Ой, как ты идешь, да? Какие стены. Ну как тут? Можно по стене прогуляться, а, да? Конечно. Давайте прогуляемся. Ну, вот как раз подходили с той стороны к концу. Воротики тут были закрыты. Симпатично, да. Ага, там не крепость, там просто стена продолжается. Да. Красотища. Хороший вид. Я думаю, туда уже не пойдем. Вот она, выраженная суть. Красивый вид. Да.
когда мы шли сюда, они показывали другое время. Опа. У нас зайцы. Посвети на них пока. Не, посвети, Андрюх. Не хватает, Юр. Стой, я еще не включил. Подожди. Миха, не подходи, да? Хотя бы не фотоаппарат делаю. Тебя снимает? Ну я... У тебя в таких поемках хоть что-то видит фотоаппарат? Ну да, я думаю, что-то... О, побежали. Один, да? Ну да, подпишки. А, нет, что-то видно. Идем ближе к ним. Вон они побежали. Вон они, я их вижу. Вот теперь у меня камера их видит. Вон они бегут. Охренеть. Скачут, слушай. Блин, реально зайки он какие. Да, и крупные такие, да? Угу, никогда их не видел. Слушай, классно, да, когда фонарик? Классно. Четыре. Семья, видимо, да, у них такая? Угу. Заячья. Видимо, да. Так, а у тебя действительно там что-то камера есть, да? Ну, она что-то видела. По крайней мере, через чистенько я зайцев заснял. Прикольно, 4 крупных зайца. Ну, я не говорю, как крупные коты, да? Согласен. Угу. Ну вот. Ну, примерно вот там вот они. Да ты слышишь? Блин, слушай, я вообще... Я круто. Приятно удивлен, да. Да, фонарик тоже бонус есть. Он здесь. Вот они грызут. Видать. Ну вот, наступил у нас следующий день. Зайчики у нас ночью отскакали. Вот так мы ночевали. Вот. И все было хорошо, но мы сломали машину. У нас обломился шток амортизатора. Вот с этой стороны машина стоит у нас высоко. А с другой стороны. Вот, значит, под машину не полезу, но мы смотрели. Вот, машина стоит низенько-низенько, колесо уже у нас просто чуть-чуть упирается в арку. Шток амортизатора, то есть удлинитель амортизатора, сломанный, лежит, к сожалению, на подвеске. Так что сейчас едем искать сварщик и будем варить. Ну, вот так вот выглядит наш лагерь. При свете дня. Даша обнаружила какой-то гриб. Так. О-о-о. Слушай, это вот этот вот гриб. Как он называется? Ну, я могу посмотреть ВКонтакте грибы наши, это, сердце спало, и вот это вот гриба не будет. Может быть. О, какой. Да, красивый. Да, весенний гриб. Вот такой вот грибок. Забавно. Вот зайцы тут по лесам искакали вот этим. Вот тут и шебуршали. Непонятно чем. Вот это да. Аист полетел. Вот это поворот. Настоящий аист, да. Да, летит аист. О, приземлится где-то там. Там у него где-то это взлетная посадочная полоса. Летят утки. Да. Также мы обнаружили забегающую чудо. Это была тоже птица. Только вот где она? Пока снимали аисты, бегающая птица улетела. Вот. Точно. Тоже хорошо. О, это не аист. Это сокол какой-то. Это да. Явно не аист. Тоже интересная рыба. Рыба. А вот поблизости тормоз не осталось. Это сокол настоящий хищник, да. Вот. Круто. Еще какие-то птички. Да, слушайте, какие интересные тут птицы летают. О. Вообще непонятно кто. В общем, живность интересная, необычная. И вот такие вот. Красавцы. Да нет, тут, конечно, живность интересная. Я иногда вспоминаю прикол, как ты там на Кольском, где-то там, когда мы, по-моему, ехали. Ты там гонялся за какой-то свириком птицы и называл ее песку, ну,
Мы тебя потом, по-моему, с Наташей спрашивали, типа, что там было написано, ты сказал предположить, ты пескун тундровый, да? Да, точно, точно. Пескун тундровый, да. Мы нашли, но предположить не пескун тундровый, да? Да. Да, маскируется вон эта бекающая птица, которая бибекает. Где-то вот там она летает сейчас. Далеко улетела. Бибека. А, вот это они курлы-курлы. Наверное, да. Нет, это аисты, наверное. Вот она весна. Они вылезли. Пришла весна. И ящерицы вылезли. Не может быть совсем лето. Какие вот чудики. А у нее оборванный хвостик, да, слегка. Здорово, ничего себе. Не, живность всякая интересная, понавыскакивала. Как ни крути. Какой тут фотосет. Нас бояться даже не пытается. Ну какая красота тут за шлагбаумом. Может дойти до дика? Красота. Перышки чистят. Красавчик. Красавчик. Ну да, гигантская. Не куфры-муфры. Тарома. Сидишь, что ли? Да, вон он, заяц, видишь? Эй, стойте, стойте, влезай, Юр. Смотри, заяц. Заяц днем. Заяца, заяца. Заяца днем, о, как поскакал. Какой-то гигантская лошадь. Красавчик. Вот так вот, вот этих мы видели и ночью. Забавно. Ну вот мы приехали в Михайловское и пойдем немножко погуляем по парку. Машину, к сожалению, не починили, но ладно, это уже, видимо, до Питера придется разбираться на месте. Как-то так. Вот она, план-схема всего этого. А где мы? А где мы, непонятно. Снежнички цветут. Вот прошли парковочку, административное здание. И, собственно, вот он, вид, сам парк. И пойдем сейчас в музей. Такие скамеечки. Красота. Лепота.
Да, энергосбережение дошло и сюда. Что? Энергосбережение. Они тут энергосберегательные. Она еще не светодиодная. Но уже энергосберегательная. Да. Еще чуть-чуть и дойдет. Еще. А это Лена хранилище. Слушай, вход свободный, бесплатно. Ну да, выставка сувениров. Идемте. Какой тут водопадик. Водопад такой. Видишь ты, какие памятники-то тут. Прям с цветочками. Яблони-то какие раритетные, лишайником таким обросли, красивым. Вот остров уединения, вот так вот. Не кухры-мухры, не зимняя скамейка, это остров уединения. Ну, логично. Вот так вот. Вековой сад. Да, точно. Эту бабку придумали при Пушкине, его просто подкрашивают. Точно, ну, точно. Да. Беседка тоже наводил. Ну понятно. Не, ну кстати, хрен знает, эти столбы-то может. Да хотя наводил, наверное, да. Столбом, дай бог, лет 10. Ну, немного. 120. Немного. Не 200. Ну да, не пахнет. Аллея Керн. Вот временно закрыт. Ох, какая красота-то, а? Ага. Действительно красивая аллея. Ну, мы и так прогуляемся. А вот у них как раз этот яблоневый сад. Того, да? Сейчас посмотрим. Шикарнейший, я думаю. Ох, а, какая красота. Красота. Какая аллейка. Это яблони. Яблони, да. Вот они таким лишайником поросли красивым, что вот это, вот, кстати, реально, может быть, с тех времен стоит. Слушай, насчет яблони-то не... А ты видишь лишайник? Знаешь, сколько он растет? Mm-hmm. Вот это я тебе могу смело сказать, это древний лишайник. Просто яблони, мне кажется, не столетиями растут. Ставили столетиями, да? Растут. Растут, да? Угу. А, тогда, может быть, и все примерно. Рябина-то уже почти распустилась. Да, слушай, я спросил. О, вот, как его огородили. Да, молодцы, деревца. Вот это вот, кстати, наверное, одна из самых старинных елок, да? Угу, да, елочка, конечно. Можно сказать, что она точно помнит и Пушкина, и, по-моему, его родители, и, может быть, даже его деда. С бабкой. Они ее даже скорее обозначили, да, вот этим ограждением. Угу. Так и есть. Угу. Собственно, дом Марии Пушкина. Внутри мы не пойдем, но снаружи погуляем. Внутри мы были, это неохота столько времени терять. Там все просто. Красота.
Мельница. Чем-то мне это Ферапонтово напоминает, да? Ферапонтово? Ну, помните, да, мы с вами в Лазерске ездили. Угу. Есть что-то такое, да? Есть. Бубу. Очень красивый вид. Тут домик. Ну чё? Пошли уже. Пойдём. Кушать хочется. Надписи на камнях. Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, вспоминая с грустью иные берега, иные волны. Вновь посетил 1835 год. Такое вот оно озерцо. Тамошнее. Чего не хватает, это вот явно не видно мангалов, углей и бутылок пустых выброшенных на берег. Это странно. А так, конечно, очень красивое озеро. Кстати, еще. Крутани, крутани, во! Все, не крутится. Ограничитель. Ну, хоть чуть-чуть покрутилось. Красотища. Жернова. Снова дома Пушкина. Идем вокруг него со стороны озера. Какая вот тут красотища. Это фиалки, по-моему, да? Синенькие фиалки. Красивое место. А вот и погреб. Вот такие были раньше морозилки. Размер впечатляет. Красотища. Кидаем гостеприимный дом Пушкина, такое вот дупло на выходе, и отправляемся к нашей машине ножками чапать. Что это за камни, интересно, вообще? О, я понял, смотрите, здесь камень учителя и учеников по кругу. Вот там садился учитель.
А вокруг сидели ученики. Вот оно, мы разгадали, что здесь такое. А это вот типа на галерке что-то, да? Да. Вот эти вот еще, да? Да. Мы это рассказываем, мы это самое видели, вот, ну, короче, нам Бужик рассказывал на этой самой, ну, вот товаре эту историю, да, это было забавно. Хороший указатель. Дорога Петровская. Сюда или сюда? Ух ты, какая сойка-то. Блин, сойка, не пойми, кто это. Красавец. Красивая птица. Да, живность тут интересная. Непонятные всякие птицы попадаются. Что это за животное? Кстати, еще да и только. Ехали мы. Я человек не очень большой. Савки на горку. И вот мы подходим к этой Савке на горке. Будем смотреть, что там такое. Удивительно. В общем, идем мы на Савкину горку. Куча дачных туалетов по дороге. А можешь выбирать любой, это точно. Полное разнообразие. Дорожка пошла в озеро. Вообще-то мы сейчас... А вот мы оказались с другой стороны этого озера. Там мы бродили. Пойти обратно и посмотреть на вид со стороны Савкиной горки. Вот, мы нашли правильную дорогу на Савкину горку. Очевидно, это вот она. Да, точно, вот это оно и есть. Да, выглядит рукотворная. Сейчас почитаем, что написано. Это городище. Так что все верно, рукотворная. Может быть, городище, Савкина горка. Видимо, аист. Не, ну красиво. Реально хороший вид. Как? Прикольно. Так, городище Савкино построено в 15-17 веках, входило в состав оборонительных укреплений города-крепости Воронича. На вершине его находился небольшой деревянный Михайловский монастырь, уничтоженный в 1581 году войсками польского короля Стефана Батория во время похода его на Псков. Об этом упоминается в Песцовой книге 1585 года, в которой описывается Воронич и его окрестности после нашествия Батория. В общем, короче, в память всего этого поставили часовню.
Тогда же здесь возник погост кладбища. К началу нынешнего столетия часовня совсем обветшала и рухнула. Восстановлена в 1970 году на камнях старого фундамента по старинным фотографиям и описаниям. Вот такая вот она была. Во время раскопки городища в земле были найдены фрагменты глиняной керамики 15-18 веков, железные гвозди, ручные ковки, дверные петли, фрагменты лампады, красной меди и уголь. Вот так оно и в библиотеке Ватикана. Такая вот слепок из документов в библиотеке Ватикана. Внутри, ну, как-то и грустно, ничего особо нет. Ну, как-то так. Очевидно, как-то туда пробирались птицы. В эту часовинку немножко загадили все. Так, там какие-то пушечные ядра, что ли? Ну чё ж, блин. Вот мы продолжаем наше путешествие из Пушкинских гор. Мы едем на суперлифтованной машине. Вот. У нас немеренный, да, дорожный просвет. Посмотрите, какое расстояние внизу. Да, причем в качестве пассажиров на заднем сиденье. Это великолепная машина, она сама управляется. Рулить не надо. Японская техника. Да, до чего дошла чудо-техника? Это просто какой-то алис. Японская техника. Вот. Вообще, если серьезно, то мы в данный момент эвакуируемся. Потому что выяснили, что если поедем дальше, то скорее всего вырвет пружину просто-напросто. Вот. Ну и вообще уробим подвеску и дальше будем ее гробить. Вот, и сейчас едем в какой-то сервис, где нам попытаются просто приварить, соответственно, амортизаторы обратно один к другому, но уже под прямым углом, нормально, то есть как должно быть. В таком виде, если его правильно приварить, то мы, скорее всего, без проблем доедем до Питера. Вот, потому что пружину сверху будет амортизировать. Самое плохое, что амортизатор у этой машины не снять. То есть на некоторых машинах, ну, снять амортизатор и ехать только на пружине. И, в принципе, доедешь. Но это не так, потому что, соответственно, пружина является частью амортизатора. Из-за этого вот такой вот дополнительный головничок вырисовался. В общем, как-то так. Ну, тоже постарался, по крайней мере, помочь. То есть, ну, а что, жалко? Ситуация-то какая? Опять же, что, позвонить по телефону, там, еще каких-то знакомых, или по рекомендации, там, знакомых, когда-то. Ну, что ж, машину мы починили, и мы уже находимся в Гатчине. Всю ночь нам ее чинили. Вот, ну, медленно, наверное, причапали в Гатчину. И тут мы увидели вот такой фонтан. Необычный. И телефон поднедисковый. Да, круто. Да, там уже на диске кнопочки. Но он есть. Когда-то он был дисковым, потом был переделан в кнопочный. Ага. Раритет. Не гудит. Сейчас пойдем погуляем по Гатчинскому парку. Гатчинский дворец. Почти чистый. Такой вот он дворец. А вот мы в парк. Как говорится. Закрыться это стороны, тут. Вот он, север. Какая-то черная утка. Непонятно, кто это, но оно плывет. Непонятно, что это такое. Колодец какой-то, что ли. Ага. Что-то странное. Рыбы запрещена. Что-то как-то совсем не тепло, да. Боже, какая зигура. А, Миш, а вот действительно, вон парад вдалеке. Где? А вот мне Вера показал, Миш, если вот, вот прямо смотреть, то увидишь, как... Да-да-да. Парад, да? Да. Ну, как вот эти полки, полка, да. Идут, идут. Полка. Вот оно, 9 мая в Гатчине. Да, очень интересно.
Я думаю, там.